Невская сельская библиотека в целях пропаганды здорового образа жизни подготовила онлайн-мероприятие «Здоровье – свет, курение – вред». Здоровье для человека – одна из главных ценностей. Немецкий поэт, публицист и критик Генри Гейне сказал: «Единственная красота, которую я знаю, – это здоровье». Здоровье – это состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие заболеваний или физических дефектов. Духовное и физическое здоровье – это две неотъемлемые части человеческого здоровья. Они должны находиться в гармонии. Физическое здоровье воздействует на духовную жизнь. Духовное здоровье достигается умением жить в согласии с собой, с родными, друзьями и обществом. Хорошее здоровье достигается с помощью двигательной активности, рационального питания, закаливания организма, общей гигиены, рационального сочетания умственного и физического труда. Чтобы сохранить здоровье и чтобы его хватило на долгую и активную жизнь, необходимо вести здоровый образ жизни, который предполагает еще и отказ от вредных привычек, отказ от употребления табака, алкоголя и наркотиков. Курение – это добровольное отравление своего организма никотином и другими вредными веществами. Все органы человеческого тела страдают от табака. У курильщиков плохая память, плохое физическое здоровье, неустойчивая психика. Они медленно думают. У курильщиков быстро вянет кожа, сипнет голос, желтеют зубы. Табачный дым приносит большой вред некурящим. Существует несколько способов бросить курить. Главное, нужно по-настоящему захотеть освободиться от вредной привычки, проявить свою волю. Здоровье человека на 20% зависит от медицины, на 10% от наследственности, на 20% от экологии и на 50% от образа жизни. От того, какой образ жизни мы для себя выберем, зависит наше здоровье и физическое, и духовное. Здоровье – неоценимое счастье в жизни каждого человека. Всем нам присуще желание быть здоровыми и крепкими, сохранить как можно дольше подвижность, бодрость, энергию и достичь долголетия.